Дмитрий Олегович Бикбаев. Именно он пару лет назад звучал со всех рингтонов с душераздирающей песней «Катя, возьми телефон». Катя, возьми телефон. Вместе с напарником Владом Соколовским ребята создали группу «Бис», но в 2010-м коллектив распался. Дима начал сольную карьеру. Помимо музыки, он увлекается театром и поэзией. Встречайте, в нашей студии гость из Москвы Дмитрий Бикбаев. Здравствуйте. Дима, привет. Очень приятно. Дмитро Бикбаев, 24 роки, приїхав підкорювати Москву з Уссурійська. У 2008 році потрапив на російську фабрику «Зірок 7» і закохався в переможницю проекту – українку Настю Приходько. Слушай, а это правда, что ты с Настей Приходько встречался? Я скажу честно, как было. Мы на фабрике, она мне очень нравилась, я только за себя говорю. Я одно время был в нее очень влюблен, особенно когда мы с ней колесили по стране, в том плане, что на гастролях. Она конечно, романтика, автобусные туры, да, переезды, каждый день новый город. Значит, адреналин после выступления, так хочется обняться, куда-то прижать к себе, конечно же. Вот в этот период, собственно, Настя была мне очень близка. Закончились автобусы, закончилась любовь. Нет, я потом приехал к ней еще до Евровидения в Киев сюда. Я ей звонил, я ждал ее, что она меня как-то встретит. Я прям помню, что вот у меня было такое ощущение, что вот наконец-то что-то личное у меня сложится. Ну вот она что-то как-то не ответила, как-то вот продинамила. Ну не знаю почему, ну женское решение есть женское решение, оно не поддается логике. После того, как для тебя закончился «Бис», твоим продюсером был Константин Меладзе. Да. Как вы с Костей общаетесь, поддерживаете какие-то отношения или нет? Расстались по-человечески, без обид, без особых. У меня была обида только на то, что не на Константина, а именно на Влада, за то, что я считаю, что «Бис» могли себя реализовать гораздо больше. Я знаю, что ты пишешь стихи. Пишу. А можешь это прочитать? Нет. Я очень стесняюсь, прости, пожалуйста. Тогда спой что-нибудь. Акапелла. Мне бы с разбега плевал я на крылья, мне бы сгореть, чтоб дотла, и так сильно, и не спастись, и ни шагу назад. Друзья, у нас в гостях сегодня был Дима Бикбаев. На этой оптимистической ноте, Дима, мы прощаемся с тобой. Спасибо, что пришел в «Пиранью». Спасибо большое.